Идем далее. Готов ли наш регион к паводку и лесопожарному периоду? Оцените это. Сегодня в Омск приехала межведомственная комиссия Сибирского округа. Ее задача – проверить будущий сценарий действий и возможности, а также оказать помощь местной исполнительной власти. При необходимости во время паводка будут привлечены силы и средства Сибирского регионального центра МЧС России. Напомним, снега в этом году в Омской области выпало в два раза больше. Риск сильного подтопления территорий высок. И региональный МЧС готовится к худшему развитию сценария. Комиссия будет работать в Омске 3 дня и за это время посетит и районы области. Посмотрим изначально планирующие документы и поедем посмотрим по районам, как подготовились главы органов местного самоуправления. Потому что основная эта задача ляжет и основная ответственность на их плечи. То есть они должны организовать у себя на уровне муниципалитетов подготовку к паводкоопасному или лесопожарному периоду. Это пункты временного размещения, достаточность сил и средств. Посмотрим агентство лесного хозяйства, насколько оно готово. То есть ПХС, готовность ПХСов к лесопожарному периоду. Состав финансовых резервов. Мы основной упор сделали на заблаговременную подготовку и точечную работу. То есть мы дважды перерабатывали планы организационно-технических мероприятий по подготовке к лесопожарному периоду, к паводковому периоду. Почему? Потому что, опуская уровень до конкретной территории, мы доходим до конкретного объекта, водораздела, до конкретной реки, до конкретной дороги.